Приветствую, дорогие зрители, с вами я, Дидерл Мини-кошка и Дед, скажите привет. Мяу, привет. Здорово. Продолжаем городской блок с лаки-блоками. Сегодня у нас опять какие-то кошачьи лаки-блоки. Опять все, что розовое, это все зло. Хвостика. Вот это вот свинота, это зло. Как ее там? Как ее сейчас зовут? Свинота, так и оставили. Как ее звать? Я не помню, как эти блоки называются? Сейчас, подожди. Так, оно геймот, креатив, берем блок. Они называются Нюша. Ее Нюша зовут, представляешь себе? Вот это вот животное Нюша зовут. Да, я Нюша. Так, слышь, подарок, вот тебе кошка забирает, это тебе. Или дед. Отлично, кошка забрала. Да. Так, всех по блокам. Запускаю механизм, игра началась, удачи. Нюша, лаки-блоки, чё-то не вообще ожидать можно. Чё-то я даже не представляю. Книжка! С каких пор книжка? Боже мой. Золото, палочка, ах ты, Ёшкин, я рыбка. Уголь, стол. Слушай, Нюша какая-то вообще нюшная просто. Не, Нюша, ну серьезно, Нюша, мне нужны рокет-ланчеры, базуки. Где маленький это все? Херабрин тебе динамит, драконов хочу. Так, у меня здесь еще какие-то Нюша лаки-блоки есть. Боже, кучу кольчужной шляпы, обычной шляпы. Так, а нафига я седло собираю? Вот я наркоман. Так, что мне вообще нужно? А вдруг вот блоки. Ты захочешь это нафиг. Коня? Коня? Что? Что? Коня. Наркоман, Серьёзно, что ли? Зачем коня? Мне конь? Прируч... Эндермены! Блин, у Хьюстон у нас проблемы. Не вот, бей их, дед, главное их не бей, слышишь? Да я вообще уже догадался. Не бей. Если ты их будешь бить, из них эндерперлы выпадут. Чё, неожиданно, да? Кстати! Неожиданно, да? Вот это спасибо, что ты напомнил, если честно. Я бы... Ну ладно, я... Я бы не догадался. А кто кричит? Кто Блин, орал? Не знаю, нет, у меня что-то орёт. Смотрите, что у меня на острове, люди. Я надеюсь, ты умрешь, кошка. Ну да, я тоже динамит. Я умер. Скорее всего, да. Посмотрите, что у меня, потом говорите. Шо у тебя воши опять какие-то? Бедроковый да, дом? Конечно. Отлично. У меня вообще дефолтные какие-то лаки-блоки проклятые базы. Появились. Блин, проклятых лаки-блоков не было 50 лет. Что теперь делать? Теперь? Я не знаю. Да что-то динамит, делать? Да что так, Нюша, происходит? Нюша, Нюша, слушай меня. Мне нужна победа, делай что-то. Давай договоримся. Нюша, так, ну она мне дала меч, топор и лопату. Лопату в пропасть сразу. Нет, Нюша, ты меня не поняла. Нет, губка это тоже не то. Вы знаете, у меня курица? Воды нету. Воды нету? Ну, сейчас... искай воду, искай воду, кошка. Блин, у меня морда горит. Говорят, есть лава. На центре есть ведро с водой. На центре есть ведро с водой. Кошка, можешь сходить, взять ведро с водой, сдохнуть и дома разлить. Прям на выходе из будки разливаешь и все. Ну да, ты что думала? Думаешь, у тебя легко? Ты вообще не знаешь, что у меня есть творится. Да у тебя там все чики-пуки. Чики, такие пуки. Такие чики-пуки, что ж наковальня в лицо залетела, офигеть. Аж глаз чесаться начал, блин. Чики-пуки. Наковальня. Просто пуки. Дед, у тебя тоже пуки? У меня полный пуки. Флинство. Что делается? 56 льда, это, конечно, прекрасно. Деда 56 льда? Так, надо себе броню скрафтить вообще. 56 льда. Шо? 56 льда, говорю. Ясно, все с тобой. Так, надо выбраться отсюда нафиг. Дед же. У меня дорога есть, ребят. Я вам ее сделала. Я знаю, как ты делаешь дороги, блин. Так у меня есть рыба, которая называется Я рыба. Рыба. Так она называется Я рыба, блин. Серьезно? Да. Отлично. У меня миллион овцелопов. Так, иначе не прокатит. Ничего себе. Так, овцелопы? Нафига тебе овцелопы? Ты где взял овцелопов? Они сами пришли. Да откуда тут газ? Че за забери? О, ничего себе. Блин, Дилерон, у тебя есть хоть какое-то оружие? Меч и топор. У меня есть было... только мотыга. И все. А, ну ты опасен. Ты опасен, дед. Опасный, опасный. Деревянный меч. О, опасный, дед, опасный. Так, кошка, Дилерон, есть вода на центре. Надо. Да я сделала уже вход. Но я с собой ведро воды на всякий случай взял и кнопку, то я знаю вас, блин. Ракули, блин, вечно делайте какие-то дичные вещи. Кошки тут появились. Кошки тут? Где? Да, у меня. У кошки-кошки завелись. Дед, что делать? Что делать, дед? Я не знаю, надо антикошинный ошейник. Вот. Антикошинный ошейник? Вот я жду на день рождения. На день рождения антикошинный ошейник? Да. Ничего себе. Да, буду долго ждать, я поняла тебя. Не, ну вдруг нет. 42 золотых морковки, ты готов меняться? Да, я могу дать тебе бриллианты. Так, я на обмен на центре оставил тебе немножко лазурита и даже 4 эмеральда. Спасибо. 4 эмеральда, ты торчишь мне золотые морковки.
Как бы сейчас я тебя убивать не буду, когда ты достроишься, вот в следующий раз. Или давай так, короче, оставляешь морковки, я даю тебе изумруды, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так, дал морковки и ушел. Зря я чувствую, затеял эти чейнджи. Так, давай, взял и морковки ложи. Клади морковки. Клади, еще клади. Еще клади. До свидания, все, пошел отсюда. А, у меня осталось еще 39. Ну, как-нибудь проживу и без этого. Кстати, могу себе сделать меч, неплохо. Но очень неплохо. Не, тапки, дед, нужно тапки делать. Ну, как ты без тапок? Ну, ты же босиком ходишь. Когда становится вот так вот. Отлично, мне понравилось, продолжай. Ну, у меня был другой план. А где ты делся вообще? Подкачало, а? Ты где делся? Я упал. Ой-ой-ой-ой-ой! Это что было? Это мотыга у тебя такая? Это мотыга по лицу. Чё это мотыга? Ничего себе! По лицу. Ничего себе, я не знал, что мутыга так лица ломает-то. Ну, наверное, это единственное, что у меня есть, чем можно как бы людей пинать по лицу мутыгой. Не, ну слушай, вообще мотыжит. А ты думал, это... Она алмазная, если чё. Алмазная, как бы. Ой-ой-ой. Умней сундук. Так, а кто ко мне хочет? Так, тихо, тихо. Мур-мур-мур! Блин, мотыга не помогла. Так, есть у меня коварный план? Сейчас поможет. Ай, коварный план. Чего ты не убиваешься? Тихо, убивайся. Срочно золотой. Она хорошо откидывает. Ладно, хорошо, не буду издеваться. Блин, отлично, она откидывает, я бы сказал. Не, она откидывает огонь, но урон по бриллиантовой броне она слабую наносит. А я тебе говорил, тапки делай, ты не захотел. У меня есть тапки, но они странные. Они дают скорость бега 10 миллиардов. Яичко! Хочешь? Яичко! Яичко. Вот это поворот. Блин, кроличьи. У меня тоже есть яичко. У меня кроличьи труповые супчики. Приятного аппетита. Не хочу кролика трупики есть. А у вас есть дерево? Дерево? Нет вообще. О, у меня есть еще морковки. Я мужик, ничего себе. Я знал. Отлично, отлично. А что еще мы о тебе не знали? Так, алмазы, бриллианты. Слушай, у меня тут бриллиантов просто миллион вообще. Так, надо от мусора избавиться. Кошка, ты с центра вообще выходишь, алло? У меня нету блоков, я строилась. Копайся под остров, под островом есть миллион блоков. Да. Уже есть. Копайся что под остров. Что если уже есть? А до этого что, не было? Копайся под остров. Но они были на другое дело. На другое дело, ясно все с тобой. Другое дело. Ясно, вот. Ничего не ясно. Так. Блин, мне бы тоже деревяшечек бы его не помешало. О, любовная штука розовая. Так, ладно, это нафиг. Главное, чтобы не сперли. Какая у тебя любовная розовая штука? Шо вообще? Ну, это палка в высоту стеклянная. А чё любовное-то? Да. Типа, это знаю, Нюшин дом, что ли? Называли. Ты еще разбахала его, этот Нюшину. А, тихо! До свидания. Я что-то не справился с управлением. Все, я иду к вам. Так, я понял, дед опасен. Блин, у меня дом разрушили, ну как же так? План-то был хорош. План был реально хорош. Неправда. Все, я иду к вам. Там надо стенку простроить, чтобы я, короче, об нее головой стопорился. Да-да, я тебя понял. Надо не делать стенку. Да не, делать стенку. Что делать стенку? У меня тоже есть такой меч. Я сделал, блин! Блин, я для себя сделал стенку, но это не сильно помогло. Зачаровать бы этот меч. Ты не там ее построил, надо было. Да-да, я ж специально ее не там и ставил, чтобы она мне помогла, а не тебе. Мне-то нафига тебе помогает? Что ты меня загрыз, блин? Не-е. Не, да. Не так работает. Я еще поживу немножко. Где мои алмазы? Вообще есть алмазы? У меня куча. На базе, нету, да, но деревяшки. Я алмазами строюсь, как бы, ну такое вообще. Блин, так, кошка опять так. Какие-то свои маневры там простраивает. Золотая кирка, насколько это хорошая идея. Так, вот так вот. Ничего себе у нее с островом что-то все как-то не. Да что тебе творит какую-то дичь вообще. Куба. Ну так иди ко мне сюда. Кто? Ты, Дилерон. Кто? Так. Там дед что-то мутит. Надо пойти деду щи дать. Давай, дадим. Сдохни. Так тихо, я строил это главное. Кирки больше. Всё, главная стенка. Так, дерево, нафига мне дерево? Ладно, нифига. Го ко мне! Всякий случай. Куда? Туда. Теперь дед быстро. Отличность! Здравствуйте. До свидания. Блинчик. Почти получилось. Ладно, сейчас со второго раза получится.
О, смотри, я придумала, просто. Я знаю, как затроллить Делерона. В смысле? Не нужно мне. Давай рассказывай, он, пока он тебя не слышит, кошка. Сейчас он будет, я это он, а он это он. Отлично. Вот это тролль-мастер. Смотри, да. Вот это тролль-мастер. О, железный меч, ничего себе. О, я Делерон, ничего себе. Слышь, Настя, короче, на лицо мое лицо надела. Хватит ломать лаки-блоки, они ж подлагивают. Я не ломала. Там у кошки с будкой какие-то проблемы, она молчит. Да подожди, тихонечко. Тихонечко. Уходи. Слышь, будку построй себе нормальную. Будку застрой так нечестно. Так вот же, смотри, вот проход. На опять все отломал. Какой проход? Погоди. Да погоди, нужно воды разлить. Ты не шаришь, там воды разлить надо. Ладно, хорошо, все, пока кошка ушел, я починю. Пока кошка. Это как пока. А я пока. Здравствуйте, молодой человек. Да что происходит? Я должен починить же должен. Дед, что ты делаешь? Походу, с морковкой побил. Кошка, не мешай, я чиню. Я куда-то улетел. Что это что делает? Что происходит? Крипер взрывается. Это гад. Ну, чувак, что на этом острове так, вот находится? Тут ад какой-то. У кошки просто какая-то дичатина. Остановитесь, хватит ломать лицо. Кто это делал? Это гаст, Делерон. Слышь, кошка, разлей у себя воды, иначе я тебя вырублю, блин. Ты должна была починить свой остров, алло. К тебе приходишь, а у тебя просто так на центре взять надо. Охренеть. Это ж дичь какая-то просто. А, вот вода, Делерон, я нашла. У кошки да. Просто какой-то ад. Вот там все. Приходишь, и там просто ад. Крипер с острова выкинул просто лесом. Так, это жесть. Просто какая-то дичь. Воу, лаги, полегче. Что-то недоброе происходит. Прям вообще какая-то дичатина. Все, я воду разлила. Да, я понял, вовремя. Вов, с тебя три смерти, ты трочишь три смерти. Как-то она у тебя не прямо. Ну, блин, сори, тут все не прямо. Так, есть один коварный план. Он меня выкинул. Да ну, Гаст, да что ж ты делаешь-то? Да Гаст вообще жесткий, он меня просто взял, скинул. Так, водичка какая-то вкусненькая. Заразка такая. Так, все, отлично. Я тебя найду. Давай ПВП на шары. Теперь можете ко мне идти смело. Отлично, пока что. Ну да, застроить там у себя по-нормальному. Я воду сделала. Ну ладно, окей. А если ты брешешь? Ну там можно это наверх пойти. Ясно, я попал в Гаста. У деда своя атмосфера, я так понимаю. Я сражался с этим белым чуваком. Так, надо по-людски починить, то хрен подойдешь к этому. Здравствуйте. Слышь, ты кошку пока не убивай, это важно. Я пытаюсь. Это важно, вна. А то беда, вообще беда. Что делаешь? Не сдавайся, кошка, не так, сдавайся. Так, все, я починил. Я кошку починил. Спасибо. Теперь кошка живет в алмазном царстве. Так, все, плюс 100 секунд, ничего не знаю, пацаны. Я все починил. Я кошку танчил все это время. Да, танчил. Так, что у нас еще кусик? Вот это вкусное зелье должно пожрать. Блин, как нифига, выходит? Что дед творит. Где? Так, ну это вообще опасно на самом деле. Так, Тарховец, что есть? Так, скоро. Так, ладно, я 4 понял. 4 смерти, чего? Это так, где ты так успел не умереть вообще? Кто? Ни разу? Слушай, давай не его знаю. Крошить пойдем. Давай. Какие-то коты нападают. Так, слышь, дядя, нужно у тебя подраховать. Так, оно так, шапка. Сейчас я это выкину. Вот это. Так. Еда мне может. Пока что все происходит слишком легко, я считаю. Так, они вроде пока меня... Ой-ой-ой! Я пока торговал, ой-ой-ой, беда. Дед пришел и лицо рассекарил. Я ж там прошел, так сказать, медленно, уверенно. Гуляш, вот действительно гуляш, блин. Дед слишком скоростной, от него нужно делать специальные маршруты, чтобы он врезался во все. Тут наоборот надо, ну ладно, я не буду спойлерить. Когда врезаешься, то тебе хорошо. Блин, ну что вы люди тут? А-а-а! Да иди! Ты что, в инвизе бегаешь, что ли? Какой такой инвизе? Ты невидимый, только броня. У тебя нет лица, что с тобой? Я волшебник. Это я забрала его лицо. Да, кошка с моим лицом ходит. Да, свидание. Я дели кошку. Отлично, так, ладно. Жёстко как-то. Это опасно. Слушай, вот эти вот, знаешь, няши и нюши, они аж лагают как-то. Нюши, да, няши. Да. Где? Это тебе не мотыга!
Вот, вот, вот найди себе лицо и потом возвращайся. Всадник. Лицо ломаю. Что ж ты не дохнешь вообще? Ты что такой жесткий, блин? Яблочко золотое сожрал. Ну да, это многое объясняет. На самом деле все. Ты мне пол здоровичка отломал. Так, надо помнить на будущее, что у меня тоже есть одно яблочко, но 13 секунд мне это не сильно помогут. Ну да. Ну да ладно. Золотую морковку накати. Ну, я не настолько голоден. Отлично, дед решил убиться в пропасти. Так, игра кончена, но... Надо в кота хотя бы две стрелы запустить. Давай, я в тебя верю. Ай! Так все, она перестала быть дилероном, я ее проучил. Это ходит эта вот дилерона головая. Неужели теперь у тебя есть лицо? У меня, да, все отлично. Кошка побежден. Так, а ну, выстрел на миллион. И отлично, не промах. Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали Дилерон, мини-кошка и дед. Подписывайтесь на наши каналы, ссылки в описании. Да. До скорых встреч, всем спасибо и пока-пока. Пока. Ну и до свидания, всем пока.